Глава пообщался с жителями дома номер 2 по улице Комсомольской. Качество содержания дома руководителя муниципалитета устроило. В подъезде чисто, двор прибран. Кроме того, сами жители стараются содержать двор в чистоте и порядке, облагораживают палисадники. Главной просьбой жильцов дома к Андрею Булгакову стал вопрос об асфальтировании дорожки между домами 2 и 2А. Глава пообещал рассмотреть это в плане на следующий год. Также жители пожаловались на шумные компании, которые вечерами собираются во дворе дома рядом с детской площадкой. Чтобы избежать этого, руководитель предложил облагородить эту территорию. Например, установить спортивный инвентарь, а также обеспечить безопасность, установив средства видеофиксации. Направить сюда камеру, чтобы безопасно ребенка. Сделать один теннисный стол и там какое-нибудь кольцо или турник. Право выбора останется за жителями, а в следующем году администрация реализует то, что выберет большинство. Еще одной точкой на маршруте обхода стал тоннель между домами 8 и 8А. Жители жалуются, что в темное время суток ходить здесь неудобно и опасно. После детальной проработки вопроса администрация округа предложит варианты решения.